что, Витёк? Ну ты видишь, мастер, сука, как вы меня заебали с этой песней. Короче, давайте, упиздывайте. В смысле, кто будет сидеть в кабине? Ты о чем? Ты Валера будешь добавлять? Как его добавить, скажи мне, блин, где эта хрень? Перетащи просто его сюда, в конфу, и все. А, ок. Сейчас. Блять, Вэл, уйди, а. Давай, пока. Я не понимаю, чего, кто будет орать, когда будет сидеть в кабине, открывать двери, говори голосом. Тут чат бегает, прыгает, я ненавижу читать, блядь. Блин, как в этом скайпе? Чего, блядь? Я могу не уйти, а с тобой вот спать. Все. Что за хуйню ты несешь? Я могу не уйти, а с тобой спать. Да заскринил. Блять, я поражаюсь. Либо это сейчас был верх долбоебизма, либо это было очень странно. Ну, блядь, я вот и сказал очень странно, потому что не хотел оскорбить никого. Ну да, Вишмастер, именно это я и хотел сказать. Нанун! Здравствуйте. Что? Здравствуйте. Как дела? Пока не родила. Когда родишь, сходишь? Скажешь? Скажу. Жишка. Открой тебе кто из светофор, пожалуйста. Это я, да, блядь, скучный? Нихуя себе, Вишмастер, он говорит, я скучный. Значит, ты меня хуёво знаешь. Нужно такие электровозов, они, блядь, меня аж бомбануло с них, блядь. Кто? Вот эти двое, блядь. Ну, а второй Вишмастер, что ли? Да. А он что, на электровозе? Он вообще вроде не работает на электровозе. Хуй знает, короче, у меня какую-то дичь начали нести, и у меня пригорело аж. Бля, все понятно. Вишмастер, я думаю, ты видел, что он сейчас делал? Здрасте уж. Чё? Вот сукин сын. Жень, ты что ли на язе? Да, да, да. Я тогда с тобой. Пиздот, он до меня тут домогается этот, блядь. ВЛ-10. Сел и сосать начал, прикинь. Блядь, он тут ко мне доебался. Сколько ему лет, блядь? Он говорит 16. Не верю. Грубоёб. А сколько ты думаешь ему? Я тут третье место, дайте бухло. Сколько ты думаешь ему лет? Лет 13. Нет, навряд ли. Я думал вообще, что ему больше, но хуй знает. Сел, нет? А, он вышел. Да. Я ничего не нажимал. Он настрой остался. Жена.
бля, вот сейчас с таким эхом пиздатым шумит она, вот эта хуйня. Я так-то не люблю ее шум, но сейчас такое эхо охуенно будет. Очень шумная машина. Не знаю, мне нормально. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция VHE. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Давай. Что он сказал, Жень? Депорт. Ну да, хуже, чем Женя. Чего ты? Я говорю, мне все спят, поэтому тихо разговариваю. Я уже шмел. Чё? Нормально, Валя. Ну да. Охуенно длинный перегон какой-то. Есть такое. И причем это перегон не между станциями, а между оборотником и станцией. Чё-то ты... Охуенно рано начал тормозить. Проехал. Ну ладно, хрест. И как мне прикажешь выходить? Через забор. Я еще не мастер просто, поэтому.